Великий русский писатель Александр Солженицын в одном из своих произведений сказал: «Любовь к животным мы теперь ставим в людях не в грош, а над привязанностью к кошкам даже непременно смеемся. Но разлюбив сперва животных, неизбежно ли потом мы разлюбливаем людей?» Насколько это актуально в наше время? Ведь сейчас домашние животные есть во многих семьях. Кошки и собаки стали источниками радости, положительных эмоций. И, конечно же, мы любим своих животных просто так и хотим для них здоровья и всего самого лучшего. К счастью, современный рынок ветеринарных услуг и лекарственных препаратов позволяет обеспечить высокое качество жизни наших любимых питомцев. Но как не растеряться во всем этом разнообразии и сделать правильный выбор? Конечно же, обратиться к специалистам. Сложно представить, но в России до сих пор не лицензирована ветеринарная деятельность. Это значит, что буквально кто угодно может лечить зверей. Подпольные операционные, сомнительные организации, люди без профильного образования. Проблемой заинтересовались в Госдуме. Комитет по экологии и охране окружающей среды планирует разобрать законопроект, запрещающий ветеринарные услуги без лицензии. Владельцы животных просто недооценивают, как рискуют, когда, доверившись отзывам в интернете, приглашают таких горе-специалистов провести осмотр, лечебные манипуляции или даже операции на дому. Известны случаи, когда псевдоветеринары не могли отличить один внутренний орган животного от другого. Ценой ошибки может стать жизнь вашего питомца. Может ли ветеринария быть социально адаптированной? Почему так важно выбрать профессионалов? Об этом в нашей программе. Ветеринарный комплекс «Барс» уже 8 лет помогает жителям Твери и Тверской области лечить и заботиться о домашних животных. Предлагают весь спектр ветеринарных услуг. Врачи проведут комплексную диагностику состояния пушистого пациента и сделают сложные операции. У нас новейшее оборудование, цифровой рентген. Снимки у нас делаем очень качественно, в течение буквально одной секунды. В «Барсе» врачи принимают 24 часа в сутки, без выходных. Это позволяет оказывать помощь даже в самых экстремальных и неожиданных ситуаций. Ехали из Нижнего Новгорода, переезжали в Санкт-Петербург, и по случайности у нее произошел заворот селезенки в Твери. Все благополучно закончилось, она уехала дальше. Собачка живет, радуется. Кстати, удачно прооперированная собачка долечилась уже в стационаре. В принципе, после операции боятся забирать животное, потому что его надо капать, его надо круглосуточно мониторить. Необходимо делать укол, давать таблетки, и люди с этим не справляются. Позаботилась клиника «Барс» и о тех животных, хозяевам которых приходится уезжать. Здесь работает зоогостиница. Совсем скоро в ветклинике начнут проводить процедуру лапароскопии. Ну а пока для своих клиентов «Барс» подготовил другой сюрприз. На нашем сайте barsvet.ru есть такая волшебная кнопочка, называется «Онлайн-консультация». Если нажать на кнопочку, можно перейти к списку докторов, выбрать доктора, у которого консультация необходима. И доктор в назначенное время проконсультирует. У ветеринарной клиники «Барс» есть еще одно важное направление в работе – социальное. Это помощь бездомным животным. Клиника сотрудничает с приютом Love Animals. Все его подопечные проходят лечение в «Барсе». Между приютом и клиникой действует кредит доверия при оплате услуг. Специальные акции и понимание, как важно иногда успеть прийти на помощь вовремя. Мне повезло подобрать такой коллектив. Вокруг меня такие люди, которые очень любят животных, и они сопереживают очень животным. Сегодня в клинике реализуют новый проект «Верность». Он поможет бездомным животным обрести свою новую семью. В проекте «Верность» есть несколько разделов. В том числе нам хотелось бы помогать и потеряшкам, которые очень часто оказываются на улице. На самом деле все просто. Можно зайти на наш сайт и посмотреть информацию о любом животном, которое есть на пристройство, которое ищет дом. В том числе у меня на руках барсик. Барсик – кот особенный. В клинике «Барс» знают, как сделать жизнь вашего питомца долгой и счастливой. Клиники работают в Твери по адресам: улица Скворцова-Степанова, 38, и проспект Чайковского, 23.